Че, будешь валяться-то? Сейчас с вороном поедем. Да? Куда мы с тобой поедем? Работать, да, ворон, поедем? За недельку отдохнул. Эх, туман. На улице сегодня 5, наверное, градусов. Такая красота. Че, не будешь в снегу валяться? Запрягаться будем? Ах ты, красавец. Ладно, запрягаемся. И в лес, да? Время-то не ждет. Вот такого мы, в общем, хвороста с вороном сегодня набрали. Доехали сюда тяжело. Этот именно весь сухой. Раза в 2,5 воз получится легче, чем до этого мы привозили. До этого у нас тут метель была. Но метель не метель, но дуло и мело, в общем. И очень плотно набило, особенно на дым из леса, когда выезжаешь на поле. Очень плотная корочка. И коню тяжело пустые сани даже местами тащить. Сейчас следом поеду, так не знаю, получится, не получится у нас как. Не стал пробовать больше грузить. Лучше лишний раз съездить. Тут еще вон сколько завалов. Еще потом приеду. Ну вот так вот, вот заготовка дров у нас. В общем, везем нормально мы. Я еще думал, хуже даже будет. Туман. Ничего не видно. Сзади вот такая вот дорога уже остается. Эх, ворон сбился с пути вправо. Это вот мой туда след прошлых раз. Все задуто. Еще и удобряем заодно сразу. Ну, ладно. Что будет еще интересного? Выйду на связь. Вот, подъезжаем уже к дому. Эх, впереди на дым. Не знаю, как мы его сейчас преодолеем и преодолеем ли вообще. Прыжком ворон вылазил из него. Вот, давай, давай, давай. О, умница. Чуть не перевернулся. Ой, хозяин-то чуть не перевернулся, ворон у тебя. Так, ну в общем, приехали мы. Молодец. Не так устал даже сильно. Вот очередная у нас погрузка с вороном. Повезем домой. Сейчас он сломанную осину, макушку, ну вот как раз вышло два бревешка, положим на сыровато, довольно тяжелое, тяжелее, чем первый раз, сейчас повезем, ну довезем, думаю. Первый раз он хорошо провез, даже практически не вспотел. Вот так вот, да, ворон, красавчик. Поедем домой. Что ты скажешь? Что-то не особо довольны. Но, ну, не особо доволен. Ах ты, красавец. Ну ладно. Всем пока. Только валежник мы с вороном берем. Только валежник. Даже такой, который бы, и, наверное, нам бы и не нужен был, но мы его берем. Лишним не будет. Да, ворон? Вот так вот. Еще один воз. Поедем домой.